Иван Самойлюк, 98 года рождения, представляет город Черкассы, Улкан. Боксом занимается 2 года, провел 16 боев, победил 14. Боксер первого юношеского разряда, является финалистом чемпионата Центрального совета общества «Спартак». Тренируется под руководством мастера спорта СССР Владимира Кондренко, который секундирует его в бою, а также Александра Литвиненко. Отдыхает Ярослав Тележенко, 98 года рождения, представляет город Умань. Боксом занимается 1 год, провел 2 поединка и в одном одержал победу.
тренируется под руководством Александра Петренко. Уважаемые зрители, где аплодисменты?